Всем привет, ребята! Samsung Galaxy M10s получил большой дисплей и емкий аккумулятор. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Следом за Galaxy M30s компания Samsung представила еще один новый смартфон – Galaxy M10s. Как несложно догадаться, это улучшенная версия обычного Galaxy M10, вышедшего в начале года. При цене чуть более $100 он предлагает большой экран, двойную камеру и емкий аккумулятор. Samsung Galaxy M10s оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1520 на 720 пикселей. Сердцем смартфона выступает 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7884 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Выпускается он только в одном варианте с 3 гигабайта оперативной памяти и накопителем на 32 гигабайта с возможностью использования карты microSD до 512 гигабайт. В смартфоне установлена двойная камера с основным сенсором на 13 мегапикселей и вторым ультраширокоугольным модулем на 5 мегапикселей. Фронтальная камера на 8 мегапикселей поддерживает функцию распознавания лиц. Разблокировать устройство можно также с помощью сканера отпечатков пальцев на обратной стороне. За автономность в Galaxy M10s отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. В смартфоне предустановлены Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2. Samsung Galaxy M10s поступит в продажу 29 сентября по цене около $126. Ну что же, ребята, на мой взгляд, такие характеристики за $126 это прям браво. Samsung, можно сказать, идет маленькими шагами, можно сказать, компании Xiaomi, потому что они предлагают больше возможностей за маленькие деньги. И сейчас мы видим, что Samsung подумала и решила, действительно, можно делать и так. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!